Руслан, хватит спать, потому что сейчас за час здесь там. А я вот не, ну, я помню, что я батарею говорю. Так, кверху. Ну, куда я спускался? Там что, в сауне спускался? Нет, там просто как бы сауна, парилка, и там деревянные такие, как... Ступеньки? Не ступеньки, а, ну, чтобы не ходить по плитке. А, и где-то обстеллаж. Да, и конец стеллажа вот этот. Сейчас пойдем покажем, в каком этом бассейне ты купались. Hello. Что сегодня за праздник? А сегодня Евгений нам устроил вот такой вот прекрасный день, который называется 4 ноября. Это еще нет этого праздника, но я думаю, мы сегодня его придумаем. Это классная штука. А вот здесь вот 3 сентября, 3 сентября, мы тут ныряли после бани. Замечательное место. Сейчас мы покажем это замечательное место, где действительно можно остыть, если ты нагрелся. Да, и вода какая-то такая, бассейная. Вот тут. Если хотите истопить баньку, то можете приехать сюда. Вот и тут прикольно забалдеть. Да. Значит, в баньке попарились. С баньки чик-чик-чик-чик-чик. Вот, побежали. Здесь, сюда, опачки. И шмяк. И вот в этот прудик, короче, прыгнули. Обратите внимание, какие прикольные здесь домики. Так, чтобы было понятно, сегодня мы здесь, вот в этом ресторанном комплексе, который называется Старый пруд. Как вы видите, за мной Руслан уже рубит дрова. Вот к нему лучше не подходить, вот, потому что люди с такой энергетикой готовы на все. Вот ресторан Старый пруд, домики. Шашлык. В общем, прикольно тут. Самый толстый возьми. Давай. Так он мокрый, Руслан. Ну ничего, сгорит. Сгорит. Он снаружи мокрый, внутри. Ого. Ну, сейчас Руслан мастер-класс проведет. Не-не-не, давайте только аккуратно. Давай. Ты сможешь его разрубить? Легко. Давай с той стороны иди. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Оба-да, баба. Осторожно. Нас не выгонят отсюда, нет? В общем, это на полчаса еще. Он просто мокрый. Ну ничего. Да он мокрый, я же сказал, что он мокрый, да. Да это не оправдание, давай.
На самом деле, ребята, мы вот пришли, вот Руслан рубит дрова, Жека пьет пиво, вот, но запах шашлыков уже классный. Кто-то рядышком жарит шашлычок. Самый корявый выбор. Вообще офигенный. Это сосна. Ну что, начали палить? Вон сзади ребята. Угостили нас спичками такими интересными. Сразу какой костер. Да. Тут это такие спички разгорают и разжигают все, что угодно. Можно даже домик спалить. Ну вот здесь посмотрите, как много уточек. Они бегают, ходят. Жека, почему костер не горит? Сырые дрова. Сейчас топлю. Потому что влажность, да? Чуть-чуть добавим. Углей добавляю. Рассказывай, все показывай. Смотри, это черное золото. Черное золото. Добавили уголька. Сейчас добавим еще дровишек. Все, огнем. Идет. Гореть будет хорошо. Начнем колдовства. Осторожно. Хрустальный мрак бокала. Ништяк. Говорю, рецепт шашлыка. Кто не знает? Кто не знает именно этот рецепт. Многие знают там всякие уксусы, всякие специи, там всякие. Ничего особенного. Берется ошейк. У нас здесь ошейк и немного у нас здесь, скажем так, лопатки есть. Потому что ошейк был один. Много лука, перец, специальные травы для мяса и в лук. Этот сухой маринад делается вот приблизительно часа на 3-4. А перед тем, как мы будем его на шампур нанизывать, мы берем апельсин. Простой апельсин, да? Обычный апельсин, да. Не лимон, чтобы кислоты. Топору. Чего? Топору. Кстати, чем его резать? Топором. Осторожно, осторожно, только пальцы. Не бойся. Руслан, пожалуйста. Не бойся. Да, нам важен от этого сок. Мы выдавливаем сок. Огонь нам поможет. Лишнего нам не надо. Апельсин достаточно сочный получился. Я думал, два надо будет. Немножко стерильный. Давай апельсин костер, будет запас. Штуки можно, да. Основное, что в кулинарии, это чистота и порядок. Кто-то ел апельсиновый сосок? Я тебе говорю, многие знают много. Но именно фишки. Сейчас полчаса. Стерильно. Вот это маринад. Апельсиновый шашлык. Руслан, а что ты можешь вообще сказать? Вот зачем вообще апельсин? Мы едим чисто натуральный продукт. Мясо. Ничего, никаких там консервантов, ничего. Есть специи и есть вот именно даст. Что дает апельсин? Он дает небольшую кислоту, но тоже сладость дает. То, что обычно многие повара добавляют немножко сахара в разные продукты. Мы тут не добавляем его. Мы добавляем натуральный сок.
И поэтому на вкус должен быть очень нежным и очень приятным. А это мы посмотрим после того, как приготовим этот шашлык. Быть добро. Это круто. Этот комплекс до такой степени офигенный тут. Можно балдеть, можно шашлыки жарить, можно в озере купаться. Можно делать все, что угодно. Все, что вам нравится. Самое главное – свежий воздух. Просто обалденно. Вот мы живем в этом домике, который сзади меня. Домик в два этажа. На первом этаже диван, на втором этаже или двухспальная кровать, или отдельная кровать по одному человеку. Вот, то есть как хотите, да. То есть тут можно и компанией приезжать, и семьями, и как угодно. Ну, в основном обычно друзья приезжают, балдеют, отдыхают. Прикольно. Да, очень классное место. Вот. На сегодняшний день у нас осень. Холодно, влажно, сыро. Но по-осеннему классно. Поэтому по-осеннему проводим время. Первый шашлык, который мы сегодня поставили, он уже готов. И мы сейчас его достаем, ставим следующий, но этот мы можем вкусить. И самое интересное, этот рецепт, который в этом шашлыке, это та изюминка, которую вы узнаете чуть-чуть позже. Накрываю лавашом. Опа. Накрываем и тарелочкой. Да. Потому что если перестолишь шашлык приготовки, ну, всегда мясо солит после. Да, да, да. Я посолил, но мне показалось, что я очень много посолил. Так, один. Это ошеек. И чуть-чуть мяса есть этого, лопатки. Ну, в основном это ошейк здесь у нас. Алло. Опа. Это свежа. Свежачок. Мягенький. Вкусненький. Шашлычок. Одеваем полотенечко. И пошла жара, ребята. Ущет. Тут температурка сейчас вот. Вот сейчас посмотрим, если вам тут видно, температурка тут 90 градусов. Да, в парной жарко, жарко. Вот Жека пришел. Жека, что скажешь? Ну, я еще не знаю, насколько жарко. Ну, два веника есть. Нет, в парной очень жарко. Ну, дай заглянуть. Смотри, смотри, два веника есть. Два веника. Ну, покажи. У нас есть покажи. Вот эти два веника. Я уже показал, я уже говорил, что эти два веника 50 гривен, да. Ну, отлично. Вот. Так что сейчас ребята идут, да. Я думаю, что сегодня пар будет хороший. Вот, смотрите, здесь, значит, есть два полотенечка. Вот, два полотенечка это на две персоны. Вот, потом есть одноразовые тапочки, да? Что это такое? Тапочки или шапочки. Значит, здесь есть такие вот внизу в пакете
шапочки есть и есть тапочки на каждого человека отдельно, да, значит, вот есть вот такие отдельные, да, вот отдельные тапочки есть. То есть берете тапочки, берете шапочки, берете там еще что-то, берете сам. Я, слышишь, я подумал, что вот этот вот, короче, телефон, типа, знаешь, чтобы типа вызывать этот сам. Это оказывается фен. Короче, вот такая фигня. Жека закрывает сауну. И мы, короче, тут втроем сидим, короче, попарились. Попарились нормально. Мне понравилось. Обалдеть. Как тебе? Ой, венички. Обалденно. Шикарно. Венички. Шикарно. Шикарно. Классно. Едем домой. Руслан, что ты можешь сказать? Я могу сказать, что лучшего банщика, чем ты, я не видел. Нет, не пали контору, потому что начнут, блядь, приставать. Это же внутренняя информация. Не, ну нормально. Не, вообще, если брать по большому счету, вот именно по... По сауне вот тут вот можно сюда ехать? Да, это просто нужно, не то что можно, это нужно сюда ехать. Жека, что ты молчишь? Я не хочу вас перебивать. Жека постоянно молчит. Это Жека нас сюда привел. Кстати, мне нравится вот это.